Сегодня 15 мая 2021 года. Я пришла на автостоянку за своим автомобилем и обнаружила следующую ситуацию в боксе. То есть загорелись автомобили. Вот соседние со мной, с моим автомобилем. Вот такие у них повреждения. На своем автомобиле я обнаружила поплавило зеркало у меня. Больше внешних повреждений на своей машине я не вижу.